Я здесь. Что ты хотела сказать? Я не смогла сидеть сложа руки после того, что сделал Кло. Ты сам все видел. Барьер, который он создал. Поэтому я взломала его канал связи. Он говорит с верховным ученым Аим, Моникой Рапачини. Как считаешь, может, послушаем? Подключай. Я слежу за всеми своими проектами, Улисс. Отчеты твоих подчиненных, мягко говоря, тревожные. Ты уничтожил историческое место? Я сделал заявление. Люди Ваканды уяснили, что Аим не отступит, пока мы не получим весь вибраниум, который нам причитается. Жители древней Ваканды знали о вибраниуме больше, чем сотрудники моей компании. Ты уничтожил тысячелетия исследований и экспериментов. Возможно, я больше верю в возможности Аим, чем... Я создаю армию, чтобы отразить нападение инопланетян. И никто не верит, что мы его переживем. Твои психотравмы меня не касаются. Что ты сказала, мелкая? Ты уволен. Твой крестовый поход против Пантеры будет проходить без поддержки моей компании. Они отреклись от нас. Ну и пусть. История покажет, кто на самом деле победитель. Мы возьмем то, что нам не отдают. Возьмем штурмом насыпь вибраниума! Брат, насыпь! Он будет штурмовать насыпь! Значит, он совсем потерял голову. Мы с Мстителями его остановим. Пожалуйста, пусть их смерть не будет напрасной. Даю тебе слово. Шури, что происходит в насыпи? Кло со своими людьми забаррикадировались внутри вместе со шнурами. Внутри есть кто-нибудь из мирных жителей? В шахтах нет людей. Необработанный вибраниум крайне опасен. И ты хочешь, чтобы мы туда пошли? Я хочу, чтобы Кло и его люди убрались оттуда. А с нанотаблетками у нас все будет в порядке. Если Кло включит шнуры внутри насыпи, то он исказит сам источник вибраниума. Мы не дадим ему этого сделать. Может быть, доктор Рапачини и потеряла интерес к Кло, но она точно не потеряла интерес к Ваканде. А им только что прислала войска на штурм Бернин-Зана. Пока город окружен щитом, он в безопасности. Мы должны помешать Кло испортить насыпь вибраниума. Эту дверь нам надо взломать. Да, она ближе всех к одному из шнуров. Мы должны предупредить его, что идем. Это простая вежливость.
За королевство непокоренных! These switches are kinetically tuned. Hitting them from afar will not do much. Убить Черную Пантеру и Мстителей. Не подпускайте их к шнурам. Ты уже испугался, Кло? Совсем теряешь хватку. Вперед! Пособники Кло нас не остановят! Жить будешь. Здесь ты встретишь свой конец. Мы уничтожим твои шнуры, Кло! Чала, Кло запускает шнуры. Мы сейчас с ними разберемся. Насмерть. Кло что-то сделал с воздушными платформами. Один сильный удар, и вот они. Но? Они быстро теряют стабильность. Поспешите. Где ближайший шнур? За вибраниумными фильтрами. Приготовьтесь! Это будет непросто. Частицы вибраниума начнут на нас действовать. С нашими нанотаблетками у нас не должно быть проблем. Но все равно стоит поспешить. Направляемся к фильтрующим отсекам. Прошу прощения, а что будет, если потрогать вот эти блестяшки? Ты рассыпешься на молекулы. Если тебя это успокоит, то смерть будет мгновенной. Почему это должно меня успокоить?
А это точно самый быстрый путь? К сожалению, точно. Пригодилась помощь. Ей драгоценной горе, как кроты. Жалкое зрелище. Вы уже рядом с первым шнуром. Выключить звук. Оставь. Пусть снизу.
Я хочу наблюдать за тем, как он сходит с ума. Видел бы меня сейчас мой отец. Или ваш, мой король. Мой отец хотя бы мог смотреть мне в глаза после всего, что я сделал. Целится в ноги, да? Да! Разорвем его на куски! В него. В сияющих технодоспехах прибыл. Большое спасибо. Я теряю силы. Тони, нужна помощь! Выживали? Ай, молодца!
меня попали! Солдат, возвращайся в бой! Ваканда перед тобой в долгу. Доберитесь до блока питания наверху. Дело. Что такое? Внутри насыпи гораздо больше шнуров, чем мы предполагали. Гораздо. Как они смеют бросать вызов Черной Пантере и его союзникам? Дальше ты не пройдешь. Теплопоглотитель шахт. Шнуры Кло перегружают его. Мы только так можем добраться до энергоблока? Только так вы сможете добраться до них вовремя. Пожалуйста, поспешите.
Вы все целы? Мы в порядке. Мы у двери, ведущей к энергоблокам. Кло! Не сейчас, Пантера! Шури, и барьер, и шнуры получают энергию из генераторов печи. Так я могу подключить их к Кимойо. И включить самоуничтожение. Но как только Кло все поймет, он разобьет генераторы. Что нам делать? Защищать генераторы любой ценой. И постарайтесь заодно подобраться к турелям, которые он сломал, ладно? Я могу делать два дела разом. Шури, подключайся к энергоблокам. Мы постараемся дать тебе как можно больше времени. Нет! Остановите их! Кажется, он догадался, что я задумала. Yeah.
или я не смогу остановить Кло. Браниум не твоя собственность. Он мой. И я не позволю тебе встать на моем пути. Ты прав. Вибраниум не моя собственность. Щит Бирнинзана! Скорее поднимайся! Подъемник! Быстро! Какова численность атакующих город? Велика. И это не люди Кло. Там отряды Аим. Но если щит держится, городу ничего не угрожает, так? Да. Но Ваканда — это не один Бирнинзана. Мы должны очистить от захватчиков всю нашу страну. С радостью. Мы почти на месте. Выходите! Скорее! Ha!
Шури, где щит больше истончился? Я... Ты слышишь? Чувствуешь всем телом? Ваканда рухнет к моим ногам! Никогда! Еще бы. Вибраниум разорвал Кло на части, и теперь он — звуковая энергия. Как победить существо из звука? Если я изменю полярность шумоподавителей вокруг Ваканды, то они смогут усиливать звук. Необходимая длина волны войдет в резонанс со звуковыми волнами Кло. Все получится. Чтобы на такой маневр хватило энергии, нужно отключить щит вокруг города. До тех пор, пока ты не побьешь Кло. Ваканда сможет за себя постоять. Поверь в свой народ. Поверь в меня. Делай. Слишком расслабься. Чало, он направил турели на город. Ненадолго. Yeah.
Thank you. Бойтесь, мы... Нет! Я выстою! Да направит нас вам! Мы почти на месте. Выходите, скорее! Тчала турели надо скорее отключить. Шури! Где щит больше истончился? Я... Ты слышишь? Чувствуешь? Going to have to deal with me first, Orphan King. Серьезнее!
Включать щит.